Шаурма оказалась настолько офигенная, что мы пошли купили еще целых две штуки. Вот, сейчас я ее взвешу на суперточных электронных весах. Смотрите. 440 граммов, короче, весит. Представляете, то есть полкило, я говорил, что она полкило весит. Вот такая вот огромная, горячая, в тостере запеченная прям. Я не знаю, по локоть мне, короче, шаварма. Вот, сейчас буду точить и еще расскажут, насколько она вкусная. Взвесили, 448 граммов. Она на 7 граммов тяжелее получается. А, это видео? Да, да. Покажи. Нет, просто покажи. Смотрите, что там? Какая там начинка? Лучок, помидор. Нет, обычный. Огурец. Что еще? Курица или свинина? Я не знаю. Свинина, наверное. Свинина? Ну, чуть-чуть, кстати, не так много капусты. Острая? Нет, не острая. Не острая? Нет. Большая? Съешь ты все? Меня интересует больше шаурма. То есть реально есть можно, да? Можно. Лучше, чем вчерашняя из четырех социальных. Ну, и больше. Так что, блин. Почему ты лопали не обрезал? Очень, очень классно. Так, Алена не осилила. Не осилила шаварму и дала мне тестовый образец для изучения. Короче, внутри еще есть укроп, там есть капуста, там есть морковка маринованная, маринованный лучок, огурцы там свежие и то ли соленые, есть маринованные, да, огурцы, и очень много мяса, и оно такое чуть-чуть остренькое. Оно, кстати, вот это не протекло, та предыдущая моя, которую я ел. Ну, может быть, еще соус какой-то чесночный. Посмотрите, да, толщина разбой. Самая большая шаварма. Вчера я покупал за 300 грамм, чуть-чуть, 360, а сейчас 440, то есть это